Здравствуйте, коллеги! Николай Меркушкин руководил Мордовией 17 лет. Сейчас у нас период с 95 по 12 называют «золотым веком республики». Он родился 65 лет назад в селе Новые Верхисы. Туда он, кстати, приезжает каждый год на праздник Троицы. В Мордовии его очень хорошо помнят и, конечно, следят за тем, как он работает у вас в Самарской области. Сегодня мы поговорили с людьми на больших саранских и маленьких сельских улицах. И вот что говорят жители республики в адрес Николая Меркушкина. Желаю здравствовать. Успех в труде и, в общем, чтобы самарцы тоже процветали, как и мы. Спасибо большое за дороги, потому что вот недавно ездила через Ульяновскую область, в Оренбургскую область. Наши дороги хороши. Спасибо. Пожелаю ему здоровья и продолжать такую же деятельность, как успешной и такой же, как он и здесь продолжал, так же и в Самаре. Поздравляем вас с днем рождения, с юбилеем. Желаем счастья, здоровья главное. Уважаемый Николай Иванович, от всей души вас поздравляю с вашим юбилеем. Желаю вам здоровья, счастья и успехов в вашей дальнейшей работе. Я у него в деревне работал, садик делали, соццентр. Чего, хороший мужик, как говорится, работящий. Он мне всегда нравился. Вообще такой мужчина, сам по себе хороший и очень отзывчивый, спокойный, уверенный в себе. Все только хорошее.